Доброго времени суток, уважаемые зрители! С вами сегодня, как всегда, Кофе и, конечно же, Exile. И сегодня мы продолжаем тащить в такой игре, как PlayerUnknown Battlegrounds. Да-да-да, привет. Вот такие вот дела, да. Погоди, стой! Нормально, все, я просто чуть не упал в самый низ. Так, и с нами вообще приземляли сюда еще... Два человека, да. Поэтому нам нужно... Ну куда? Ну я только хотел залутать крышу и просто тупо упал вниз. Ну вот это вот обожаю, на самом деле. О, зато вроде на оружие тут подобрал хорошее. Так, замечательно. Так, а тут что-то... Ой, тут еще и прицел. Все, я готов. Я готов воевать. О, вижу. Где? У меня, сейчас, погоди, у меня... Погоди, у меня хорошая позиция. Он не знает, что я нахожусь здесь. Ой, тут два челика. Минус один. Так, а где второй? Так, второй где-то снизу. А, так, он где-то у тебя должен быть. А, меня? Вот вижу, он наверху, на крыше. А, вот ты где, да? Стой. Перезарядочка. Прячься. Где? Он лежит на крыше. Где? Брат, ты его... Вот, он прямо передо мной. Да ты увидишь. Я подкрался к нему сзади. Он вообще... Слушай, просто типа у меня берил. Я с ним вообще стрелять не умею. Я просто это оружие беру в руки вообще крайне редко. И когда я, если честно, зажал с него, то я же испугался. Потому что для меня это настолько было непривычно, что я думал, что у меня просто пули куда-то вообще в другую сторону полетели, по-моему. Но зато мы с этими челиками разобрались. Это хорошо. Так, а чё? Ага, всё. Ну я, в общем, подобрал, короче, КБУ. КБУ? Хорошая пушка, да. Так, ладно, на самом деле я бы подобрал какую-нибудь темку, потому что Берил мне не нравится. Я с ним играть не хочу. Берил никому не нравится. Вот, да, просто реально, ребят, кто играл с ним... Можно стрелять. Ну, я не знаю, каким образом с него нужно зажимать, стрелять. Как бы я, во-первых, ни разу даже таких людей не встречал, которые умеют обращаться с этим оружием. Во! Вот мутант, другое дело, вот мутант, это хорошо. Просто что сюда, типа, падали, вот туда. Так, ты говорил, что типы где-то... Ой, слушай, погоди. Это я сейчас хочу сказать. Реально, два типа на вышке. Сейчас метку поставлю. Вот здесь вот я метку поставил, они прям там вдвоем смотрят. Тихо. 3x дай. Ой-ой-ой, так, держи. Прячься. Я тебя скинул прицел. Прямо дал подо скрика. Мной. Хорошо. Правому, который за деревом стоит, да? Да. Так. Ребята. Ну зачем, вот зачем войну начинать эту? Ну вот зачем, для чего? Это я вовремя, называется, повернулся к нему туда. Попал? Вырубил одного. Так. А второй? Пушить. А там, не, они в зоне. А какого ты убил? С дерева? Право, вот он бежит, с вышки бежал на дерево. Давай, можем пока позицию поменять. Дай мне прицел, пожалуйста. Я скинул, вот, сзади меня, вон он валяется, я же скинул прицел, тебе говорю. Можем пока позицию поменять, пока есть на то время, потому что потом уже ничего этого мы не сделать не успеем. Ну все, нам нужно просто их сейчас забирать. А они за зоны, отлично. Ой! А это откуда? Мне в голову сразу убили. Чё? Как? Мне просто 3 выстрела подряд в голову дали. Так, ну я его вырубил. Они спускаются. Слушай, я короче, подожду их. А это? Их трое? Да не трое, их слева, ты вон видишь, стоит. Ну, короче, ладно. Итак, ребята, значит, как и в прошлый раз, когда мы не могли взять топ-1, я решил это сделать соло, вот, и у меня получилось. Ну, вы помните, да, это было буквально недавно. Вот, и сегодня я решил это сделать не в соло, а сегодня я решил позвать многоуважаемого Толи следователя, понимаете, Здорово. Вот, именно с этим человеком мы и будем сегодня продолжать, понимаете, стремиться, конечно, к топу. Я надеюсь, что у нас получится сегодня его все-таки занять. По крайней мере, я буду идти до конца. Буду. Ух, там уже стреляют. Так, а оружие вокруг вообще нас где? Врагов. Ах, это плохо. Это очень плохо. У меня то ли СШО прям вообще. Слушай, ну это прям вообще классно. Вообще все хорошо, судя по звукам. Ну, я нашел просто бронежилет 3-го уровня. Не только, еще и кар нашел. Все. Так, ясно, понятно. Все, Толя, это заявочка. Это заявочка, конечно же, на победу. Вообще, было бы круто, если бы мы с тобой нашли сигнальный пистолет.
Ой, тут еще один бронежилет третьего уровня, Толь. Я бы взял с удовольствием, серьезно. В карман бы куда-нибудь. Поставь метку на инстаграм. Да, обязательно, пожалуйста. обязательно. Сейчас все сделаем. Меня только единственное смущает то, что там выстрел где-то неподалеку. И, по-моему, они... Да нет, тебе кажется, это... Ну, нет. А, да, кажется. Просто да, кажется. Да, да. Просто кажется, да. Это холостыми стреляют. А, да, что ты говоришь? Ну, конечно. Мне нравится как вот Толин позитив. Вот мне он прям очень нравится, правда. Так, вот мне только вот... Ну, снова там стреляют. Вижу врагов. Где? Слева на горе, но они вот в том городе следующем слева воюют. Так, у меня нету прицелов, это проблема. Неужели здесь... Это не прицел. Ну почему это не прицел? Хочешь X6? Ой, это ты... О, господи! Толь, ты меня сейчас так испугал. Я уж подумал, что кто это ко мне бежит. Я уверен, здесь по-любому должен лежать где-то прицел. Но не может быть, чтобы вот среди всех этих кустов, среди всех этих обломков не было ни одного прицела. Этого не может быть. Нашел! Как я и говорил. Я, кстати, пропустил его, оказывается, мимо него прошел. Так, а это еще не все. Вот, что я хочу? Я хочу, короче, найти сигнальную ракету и вызвать БТР, Толь. Я очень сильно хочу это сделать. На ее очень сложно найти ракетницу, насколько я понимаю. Вот в этом и прикол, что вообще, когда мы только с пацанами проверяли в первый раз бета-тест, мы эту ракетницу нашли вот первый раз просто за считанные минуты. Вот, а потом, ну, уже потом мы просто ее украли там у чуваков, как бы у БТР, и все. Вот, но сегодня я надеюсь, что все-таки у нас получится с тобой найти сигнальную ракету, потому что где-то она должна быть все-таки. Ну, будем стараться. Да, конечно. Ну а пока мы просто выживаем, понимаете, да? Просто идем, так сказать, подождать. Так, это... Кто? Где сигнальная ракета? Ты слышал? Да, это в аирдропе. Ах, вы засранцы! А давай всё, смотреть, куда спустится БТР. А где? А ты видишь, куда? Где? Да, где? Да. Где? Сзади нас летит, вон, над нами прямо сейчас. Где? Прямо над нами? Вот в эту сторону. Подожди, стой, не вижу. Где, Толь? О! Где? Вон, на 245 летит. Да я вообще не вижу. Так как тут спуститься с этой горы-то? Я просто прыгну. Ну, я тоже так сделал. Там солнце светит, вообще нифига не видно. Мы, кстати, там с тобой... вдалеке он не падал, он, значит, перед нами упал. Толя, ты уверен, что мы вообще бежали за факелом, то есть за сигнальной ракетой, а не на солнце просто бежали? Не-не-не-не-не, я прям бежал, я прям видел, да. То есть, ну смотри. Он мне даже крылом так махнул, типа это. Ну, хорошо. Слушай, Виталян, красава, заметил. Не, кстати, я вижу тут ящики, тут уже был кто-то, тут уже воевали. Да-да-да, здесь война была, вот эти вот выстрелы, это отсюда все было. Ну где-то здесь, поблизости. В любом случае, смотри, если бы он сейчас падал, ну, мы бы видели, а я сейчас вообще ничего не вижу. Но просто прикол в том, что, смотри, он остался... Ай, блин, и чё, как теперь выйти, и как теперь, чё там делать-то... Ладно, давай будем продолжать дальше искать, может быть, сигнальную ракету, может быть, просто попутно нам повезет, и мы случайно наткнемся на этот БТР, украдем его, пацанов, да? Вот, хороший план, наверное. Угон. Да, угон просто автомобиля посреди вот такого вот солнечного дня, понимаете? У меня со старой работы есть пару знакомых, которые могут это провернуть. Отлично, хорошо, замечательно, отлично, очень хорошо. Не то, чтобы я этим горжусь, но, типа, если надо. Окей, будем знать, будем держать это. Все равно. У меня патронтаж на кар, кстати говоря, есть, если да не, он не нужен. Тут прицел четырехкратный, тут что-то я не уверен, что тут точно кто-то был, подожди. Ну, может быть, им это просто не надо было уже. Ну, кстати, возможно. Возможно, я этого не отрицаю. Просто, блин, вот мне кажется, что где-то здесь, возможно. Но я вот прям не знаю, может быть, я не ошибаюсь, но я вот как будто Опа. Это по кому? Не по мне, но рядом было. Опачки. Это стреляет с горы на 255. Опачки, так, нам надо ускоряться немножечко. Кстати, на это рядом с канистрой бензина вообще сейчас бегать опасно. Это я так просто к слову. Вот, потому что теперь они имеют свойство взрываться. Поэтому с ними лучше не рисковать. О, у меня СКС с глушителем, блин, фулл насадка. Найс, вот эта тема. Найс. Вот это я вот заберу. Так, нормально. Я сейчас... Там, кстати, четырехкратный прицел, Толь, но там, видишь, канистра бензина. У меня шестикратка. А, ну тогда ладно. Ну тогда хорошо. Так, ну побежали тогда вот в эти домики следующие. Мне кажется, что бежать... Я просто не знаю, мне кажется, что я всегда, был уверен в том, что сигнальная ракета спавнится в каких-то, знаешь, типа, таких супер безлюдных местах, типа, знаешь, ну, в которые вообще попадаешь случайным образом, крайне редко, то есть, ну, не в городах каких-то больших. Мне кажется, это рандом, если честно. Просто святой рандом.
Твиттер корейский рандом. Блин, я, конечно, хотелось бы... Я даже не знаю, что мне хотелось вериться. Я бы просто хотел найти эту сигнальную ракету. Но, кстати, здесь не залутано. Возможно, мы сейчас с тобой то ли... Да, здесь не лутано. Испытаем удачу, испытаем судьбу и найдем. Так, понятно. Знаешь, что самое смешное, Олег? Да? Мы с тобой на такой агрессии бегаем и до сих пор никого не... Вообще, да, реально, я вот этому удивляюсь. Возможно, это хорошо на самом деле. Ну, типа, наша цель не убивать сейчас, а найти именно БТР. Да, и я вообще как будто, знаешь, просто забыл вообще про существование других людей. Вот, хотя это плохо, потому что 39 человек живых и посмотри, какая маленькая зона. То есть это проблема. Мы с самого начала игры в центре зоны, это вообще пипец. Угу. Да, это проблема. Это, конечно, проблема. Так, ладно, надо действительно уже уходить и бежать в следующие дома, потому что... Блин, я просто, знаешь, за что переживаю, что вот мы реально с тобой находимся вообще в каких-то непонятных каких-то зонах. Где вообще вот 32 человека? Почему зона-то, ну, реально маленькая для такого большого количества людей? Как, нам тут на всех кислорода не хватит? Сразу предупреждаю. Вот, так что это, надо каким-то образом будет что-то выяснять. Так, здесь... Слушай, ну я не знаю. Блин, мне кажется, что все, мы с тобой сигнальную ракету уже точно не найдем. Мы с тобой столько домов обыскали. Вот, ну миллион просто, миллиард домов, ребят, реально, но... Слушайте, ну вот, кстати, вот здесь вот я вот не знаю. Вот в эти дома мне уже, если честно, опасно как-то заходить, потому что, знаешь, ну, такое чувство, что вот в них все же кто-то будет сидеть. Вот, эти, как что... его, туалетные войны, я их называю. Да, 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 да. Вот, поэтому надо все-таки это сейчас будет делать с осторожностью. Но у нас, кстати, с тобой очень хорошая позиция. Вот да. Прям очень. Так что это здесь я даже не... Сейве. Так что я не отрицаю, что это, возможно, даже заявочка на какой-то топчик. Такое тоже же может произойти, да? Вполне как себе. Раз в год и палка стреляет там, да, как это говорится. Это про мою игру в PUBG, да. Ну, слушай, я вообще... Ну, мы играли с тобой всю игру супер открыто. Мы нигде-то не крытили, мы все время бегали. Бегали, да. Причем в центре зоны. Да, и где все? О, это был знак, что мы не одни. Только сейчас мы, ну, какой-то темп игры у нас такой более спокойный. Потому что сейчас, блин, фиг знает вообще, где враги находятся. Ну, одни на 160, а остальные на 215, 16 220. Человек, то есть помимо нас где-то еще, ну, сколько? 14, ровно. Уже 15. Слушай, ну вот где-то, блин, я не знаю, есть ли кто-то в этих домах или нет. Ну давай, все, понеслась, родная, все, пора воевать. Все, вот к чему нас готовило, понимаешь, все это время жизни. Главное, проверяй, Олег, деревья, гуки могут быть на деревьях. Ну, я вспоминаю Сайгон. Это да. Так 53-й год. Это надо все проверять. Так. И каждый куст тоже. Они все в городе в этом, что ли, походу? Я хочу право. Да бред, а как? Что ж там намечается такое уж, извините меня. Зона да. Пошла. Ой, тут что-то он валяется. Да, он скинул рюкзак и шлем. Ну да. Блин, все, пипец. Понеслась. А там хоть... Вот, видел одного там бежал вперед в этот кемп. Пипец, там сейчас все люди, получается, в этом кемпе будут сидеть, что ли? Да. Пипец. Ну, слушай, нам самое главное просто хотя бы найти какое-то прикрытие. Потому блин, что здесь тут, деревья все маленькие. Тут деревья, они... Тут деревья все тонкие. Во-во-во, вот эти вот нормальные. Так, справа я смотрю. Справа все пусто. Очень. Не, они плохо. Все, они все ой-ой-ой. В кемпе. Они все в кемпе сидят, отвечаю. И нам надо туда. Только аккуратно. А вижу, вон вижу. Он, вон он прям сидит. Тихо. Вырубил. Хорош. Вырубил. Его добили. Справа добили, гранатка, Олег, аккуратно. И гранатка полетела. Вот отсюда давай проходить. Так, еще давай, один. Смотри, здесь можно еще лежать. Один, вон он, там же. Так, ну он дверь закрыл. Так, Толь, мы не в зоне, надо пробираться потихоньку но... в зону. Блин, это опасно. Это опасно, могу вам сказать, товарищ, но ничего страшного, прорвемся. И не через такое прорывали. Так, надо, короче, поликом закинуться и бежим. Так, и давай бежим. Я тоже закидос сделаю. И бежим. Так, ладно. Так, перебежечка. Давай. В окне. Тихо. Давай туда не будем подходить. Давай пока не будем подходить. Нам и не надо. Да, нам и не... Рядом. Ух, рядом как стреляет. Так, штурманули только... его штурманули. Так, давай сюда. Стой. Вижу. Вот там в окне сидит. Ну давай, покажи личико. Покажи личико свое. Рядом, Олег. Забором здесь, прям в упор.
В углу. Вот он, вижу. Добежал в дом соседний. Он в этом доме, нет? Толь, не стой так наверху, Толя! Нет! Их там немножко больше, их там две пати, они почему-то не стреляют друг в друга. Они меня даже не утонут, кстати говоря. Да, им это и не надо, мне кажется, сейчас. Капец. Чё просто происходит вообще? Чё за... Так, ладно, это 8 очень, человек это живых. Это очень плохая зона. Вот что происходит. 8 человек живых, где зона? Да, у тебя четверо слева, уже трое, видимо. А, не, или все еще четверо. Вот здесь спереди, да. У него друг был. Вот он рядом. Упор. Что делать? Направо убегать, мне кажется. Закрой дверь и убеги направо. У тебя и справа, кстати, по-моему, бегут. Давай. Найс. Хорош. А, еще видел. Где-то есть. Перезарядка. Три человека в живых осталось. Против двоих, да. Справа где-то. Вот он. Да блин, ай-яй-яй. Да нет. Да ну как же так? Блин, топ-2, Толя, топ-2. Ну как же так? Ну как? Объясните, пожалуйста, как? Было близко. Блин, ну их двое было. Их было двое, нас оставался... ладно, ребята, это было круто. Это была реально очень классная катка. Мне она очень понравилась. Надеюсь, что и вам тоже. Вот, на этом сегодня все. С вами сегодня были, как всегда, Кофи. Был еще Илюшенька, был еще Толя Следователь. Не забывайте подписываться на все наши каналы. Всем до скорой встречи. Всем пока-пока. Всем пока, ребята.